земля кинула тебе? Почти. У нас сегодня есть люди, у которых день рождения, но в первую очередь я хочу поздравить Катю. У нее вчера был день рождения, давайте аплодируем ей. Екатерина, это тот человек, который сейчас... Перестань, чтобы да, тебя да. Видели. Сценарист YouTube-канала «База», правильно? Да. Мы же не ошибаемся? Видишь, мы знаем тебя. Да, ты молод. Так, и еще крутая новость была. Сегодня я сделал предложение Дима. Она согласилась, аплодисменты! Она до сих пор плачет, представляешь? Да не расстраивайся, что ты там все уже будешь скоро. Значит, а счастье плачешь? Сегодня нас посетили ребята из MC-клуба «Патриот». День рождения. Им сегодня... У них сегодня день рождения. Ребята, как вы думаете? Я не слышал, мы разрешим или нет? Я боялся ответа слова «нет». Она кричала, кстати. Нет, если бы вы сказали... Если что, нет, в красном. Да, запомните. Если бы вы сказали, что нет, тогда бы и вам, и мне, и Готе все бы пизды пришли. Я хочу пригласить сюда на сцену представителей клуба MC Патриот! Аплодисменты, ВМР, давайте поддержим, они отмечают в крутом заведении, крутые дядьки, посмотрите на них, как они выглядят. Правда, они без байков, потому что они сегодня пьют. Для проведения нашего дня рождения нам сегодня на самом деле 8 лет, и мы с удовольствием празднуем его в этом клубе, потому что здесь ребята... душевные, адекватные в нашем современном мире, это сейчас очень важна адекватность. Спасибо. Спасибо большое. Приветствую вас всех. Спасибо, что вы с нами сегодня. Ну, может, еще кто-то скажет слово нашему товарищу Тимуру. Добрый вечер. Давайте, друзья, покричиваем. Мы сегодня вместе с вами, с Юрой, с Готи приготовили подарки для всех присутствующих. Мы будем очень рады видеть вас всех здесь, активно участвовать в сегодняшнем вечере. Мы очень любим это заведение. Юра, спасибо, что согласился, чтобы мы здесь немножко пошумели. Спасибо большое, у нас сегодня день рождения. Ребята, спасибо большое, Юр, я возвращаю микрофон. Спасибо. Спасибо огромное. Вы бухать, а мы их развлекать. Так, бери в рот. Не-не-не, потом. Бери в рот. В рот берите. Да бери, стесняешься, что ты. Мы встаем. Раз, два, три. Поехали. Кто быстрее высосет? Все. Не знаю, у кого там. Там бы музыку какую-нибудь сейчас. Вообще было замечательно. Но человек с музыкой знает. Сейчас. Давай, надо спросить. Как тебя ощущение, когда муж сосет? Не отлично. Я? Меня все устраивает. А, да? Даже так? А ты что расскажешь? А мне кайф. А, то есть это в твоей жизни это в первый раз, да? Нет. А, уже был такой момент? Что же у тебя между ног обычно бывает? Ты пониже опусти, то непонятно, откуда он сосет. Хорошо, девчонки, где аплодисменты? Да, наши девушки сегодня первый раз попробовали дать в рот пиво. Звучит, конечно, не очень хорошо, но это так. Вы сами видите весь момент, это прогрессивный момент. А он ниже сделал, для чего? Я ставку сделал, он не может больше. Все, у нас первая пара отлетела. Я вот эту пунипару симпатизирую, вообще красавцы, но они проиграли. А он уже... Есть победитель, аплодисменты! Можешь дососать за столом, все нормально. Я не думаю, что... ну все, хорош, не плюйся на пол. Ну что ты? Ох, нормальный такой бензобак был. Ты молодец, поздравляю вас, вы молодцы, крутые, классные. Вам спасибо. Пойдите, да, отсюда. Вам отдельное спасибо, вы молодцы, классные. Где тут? Держишься, все нормально? Падать не будешь? Смотри у меня. Давайте, проходите на свое место. Кульминацию, будь любезен. Кульминацию. Как я и обещал, наушники. Футболочку. Да хорош. Футболочку. Я принесу просто не в офисе. Вон он. Василий, как вы оцениваете
А не как вам мероприятие? Мероприятие шикарное, надеюсь. Надеюсь, звук будет очень хороший. Надеюсь. Всегда, всегда на что-то надеюсь. Лучшая работа в мире. От магазина «Пом»
сертификат. В любое время придете, он зарегистрирован, можете взять все, что вам понравится. Спасибо. И сертификат на 50 тысяч сумм! Чтобы всех было видно, потому что мы потом каждый канат будем собирать в шахматном порядке, в шахматном. Сюда вставайте. Да, вот все вещи, которые на вас есть, цепочки, не цепочки, все можете использовать, делать длинный канат надо из вещей. То, что есть, значит. ВМБР готов? Еще раз, ВМБР? Раз. Остались, не успел, говорит. Так, смотри, Егор. Да. Вот пара тоже. Вы выходите, все. Там края остались люди. Пара. Так, идемте. Пара, пожалуйста, сюда пройди. Мужчина. Мужчина. Идемте. И все уже сада на нас. Вот ты нечестный. Я могу добавить? Жесты, грезы, время, числа. Вот это и надеялись, по-моему. Ну что, давайте спорим, протягиваем канат. Эти колготки уже носить нельзя, вы что чувствуете? Галстук, в смысле нельзя? Ну и... Четыре! Пять! Так, они успели. Еще раз включаем таймер. Раз, все вместе. Два, три, четыре, пять. Все, товарищ, бывает. Извините, я за вас очень болел. Что это? Что это? Хорошо, все.
Вот три кандидата, и из трех выбираем. Ребята, патриоты, будьте добры, пройдите туда и сюда и посмотрите, у кого длиннее, у кого... Опять, у кого длиннее. Нет, мы чуть вперед, мужчина. Полуголый мужчина, чуть-чуть на себя. Полуголый? Середина полуголый, блядь. Да, все. У нас есть победители. На самом деле есть победители. Чувак в семейках, я думаю. А будет смертный! Девушка в белом не так смотрится, как чувак в семейках. Это вообще супер. Вот, цветы подарили, аплодисменты! Вы можете не выходить за, вы и так красиво, вы светитесь оттуда. И здесь призы уже победителям. Колонку заставь, пожалуйста, покажи. Искандер, расскажи, что вы подарили? Так, это у нас умная Алиса, которая может... Сам ты Алиса, колонка, сам ты, говорит, Алиса, вот это называется Алиса. Она говорит, сам ты Алиса. Колонка называется Алиса для Марианны. Сам ты говорит Алиса. Какой? Аплодисменты! Нашим победителям сегодня заработали прям. Заработали супер призы. Семейки, конечно, крутые, чувак. С красивой девушкой в таких семейках это прям жесть. А я заснял, как она снимала колготочки. Очень красиво. Она лифчик не сняла? Я думал, она еще согласится все-таки снять его. Ладно, ну что, едем дальше. Короче, то, что я заснял, мы потом выложим в Инстаграм, да? Да. Так что подписывайтесь на нас в Инстаграм, в Телеграм. На Ютубе мы тоже есть. И мы... Спасибо большое, что были сегодня вечером с нами. Было очень весело. Вы крутые. Нам было приятно дарить вам сегодня призы. Спасибо большое ВМУ. Дальше тусим. Спасибо.